необычный школьный звонок – отрывок из песни композитора Александры Пахмутовой, которая называется «Девчата». В ноябре исполнилось 95 лет со дня рождения знаменитого композитора советской эпохи. В честь этого события во всех школах России прозвучали звонки – отрывки из ее музыкальных произведений. Эти песни, они учат, они воспитывают, и они лечат душу. И я вижу, как сегодня подпевают наши ребята. И пусть они поют именно такие песни. В разных школах России прозвучали отрывки из разных песен композитора, помимо фрагмента из «Девчат». Это такие известные советские песни, как «Орлята учатся летать», «Надежда», «Трус не играет в хоккей». Записали их музыканты Самарского духового оркестра. Мы-то знаем эти произведения, а вот современная молодежь и дети, они, у них уже другие интересы и другие, как бы, так скажем, кумиры. И мы просто обязаны доносить до них, так скажем, наших известных композиторов. Реализовать этот проект оказалось непросто. Нет в Самаре такой звукозаписывающей студии, которая бы вместила целиком весь оркестр. Писались по два музыканта. Уже в декабре музыкальный звонок прозвучит вновь. Дети услышат фрагменты произведений Петра Чайковского. Елизавета Прокопенкова, Юлия Кравченко, Григорий Плешаков. События.